Всем добавления суток. Сделаем обзор на нож Сатори, нож сербский, нож обвалочный, так называемый в интернете. Вот перед вами три ножа. Они абсолютно идентичные по внешнему виду, по формам, по ручкам, по отверстию пальца. Только вот это идет так называемый нож Сатори с надписью. Это идет нож Сатори, только без надписи. Ну или сербский его называют. Так вот, отличие у них только толщина клинка, ручка. Ручек отличаются кнопки, отличаются чехлы. Кстати, такие чехлы от вот этого ножа, чехлы приходили в таком же исполнении. То есть чехол может быть абсолютно любой. Я написал китайцам. Китайцы сказали, что таких ножей у японцев нету. То есть, соответственно, это идет китайское производство. Просто скачали бренд. Неизвестно какой стали. С менеджером я говорил, он сказал, что будет сертификат. Никакого сертификата нету. Соответственно, это идет Китай. Не ведитесь на бренд.